Мои дурочки пришли ко мне в гости. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Твои губы, как цветы, с ароматами весны. Ой! Ой, мои дурочки любимые, мои хорошие. И вам хлеб да соль, мои курочки, проходите, мои кукушки. Чтобы не думали, что у меня руки растут из одного места. Вот так вот я... пустые тарелки. Вот так вот мои девы все испробовали. Во-первых, я сделала бешбармак. Все сама. Ну, тесто, естественно. Все сама, огурцы, сама ла-на-на. Вот прям все при все. И даже сама сделала. Как это называется? Пашина. Хлеб испекла. И маффины сама испекла, сырные. Все а прям... про салат расскажи, пожалуйста. Да сейчас прям. Это секрет. И сделала сама шурпу, но кто-то ее называет шурпа. Ну, короче, вот такие мы сидим. А сейчас мои вот курочки, да, любочки мои золотые. И я говорю, что мне дико повезло с ними. Дико повезло, потому что они мои еще и подружки. Любименькие мои кошечки.